Уже более 600 лет кресты костельных башен возносят над Полесьем монограмму Пресвятой Девы Марии и знак ордена францисканцев. Река течет, время идет, возникали и разваливались империи, гибли цивилизации, политические и социальные потрясения меняли облик земли, но костел, основанный Иисусом из Назарета, возвышается, как скала в бурном потоке истории. Итак, по плодам их узнаете их. Господи, сделай меня орудием Твоего мира, чтобы я там любовь проявлял, где меня ненавидят, чтобы я прощал, где меня обижают, чтобы я соединял там, где идет ссора, чтобы я правду говорил, где господствует заблуждение, чтобы я веру приносил, где давит сомнение. Юзеф Бородин. Присутствую. Юзеф Клишевский. Присутствую. Зигмунд Балинский. Присутствую. Гжегош Колосовский. Присутствую. Станислав Роговский. Присутствую. Адольф Стивинский. Присутствую. Мечислав Сувала. Присутствую. Болеслав Завадский. Присутствую. Казимир Свёнтек. Присутствую. После окончания гимназии в Барановичах наш ксёнц-префект предложил нам приехать в Пинск, чтобы участвовать в реколлекциях. После реколлекции префект предложил экскурсию по Пинске. И говорит, начнем от подвалов кафедрального костела, где год тому назад похоронен первый епископ епархии Пинской, епископ Сигизмунд Лозинский. Зашли мы в эти подвалы. Гроб его был замурован, но было маленькое отверстие, через которое префект говорит, можно вложить руку и положить на гробе и попросить, что желаете попросить, чтобы за помощью епископа, чтобы Бог выслушал эту молитву. И помню, я две просьбы высказал. Первое, чтобы я всю жизнь был верным слугой Божьим Христа Иисуса. Я, когда это просил, я абсолютно не думал, чтобы там быть ксензом-священником. Не, ну, чтобы был католик, христианин, верующий и такой полный сознанием.
И вторая яма, потому что моя мама жила как можно самое дольше. Один ветеринар сказал, и выхожу. И вот что-то у меня случилось. Я сам по себе был, ну, спортом занимался, шутливый, как еще и сегодня, может, кое-что осталось и так дальше. И когда я вышел, сразу обратили на меня, а что ты такой серьезный какой-то стал? А у меня уже было решено, что я иду на университет Вильнюс на филологию. Все уже подготовлено было. Я говорю, у меня произошла смена. Какая? Я иду в духовное семинарие. Ну, общий смех. Вот еще, говорит, одна шутка новая его, да. Я говорю, вы не шутите? И я не шучу, да? И я иду в духовное семинарие, и только в финский. Ксёнс Сигизмунд Лозинский, кавалер ордена Белого Орла, Креста Валечных, родился 21 июля 1870 года. Епископ Минской епархии с 1918 года. В 1920 году в Минске арестован НКВД. Остался жив лишь потому, что палачи побоялись общественного мнения, зарубежного, разумеется. С 1925 года епископ Пинский. Он основал Пинскую духовную семинарию в 1925 году и жизнью своей учил, что истоки человеческой святости – лишь в милосердии, которое даруется бескорыстно, даруется другим, даруется всем. И люди тому свидетели, и поляки, и белорусы, и евреи, и русские, которые молились в день его смерти у гроба его и могли к нему прикоснуться. Позднее прикоснулся к нему, выбирая свой путь, юноша Казимир Свёнтык, не зная того, что Господь навсегда связывает его жизнь с личностью великого пастыря. И вот именно тогда там связалась моя судьба с епископом Лозинским, она будет до конца моей жизни, да. И таким способом я попал сюда, именно вот в это здание духовной семьи. Что до молодости, значит, с этих 9 или 8 я был самым моложе, да. Жизнь сама по себе у нас была не только чтобы молитва там и так дальше, учеба, полная молодости, полная и шуток, и всего, и так далее. Так что нормальная жизнь, как людей молодых, только переполнена молитвой и учебой. Жизнь вот здесь, в этих стенах, дальше все-таки она бурлила жизнь, да. Пуэри Гебреорум вестимента простернебент инвия отклямаба. Хосанна филио Давида, Хосанна ин эксцельсис. Кантабо эц псалам домино, верба туа аудиебам. Новые профессора у нас были знаменитые, да, ясно. Вот на этом снимке прелат Гебартовский, философ, да? Он иначе нас не называл ни студенты, ни ксензи, никак, а только панове. Панове, вот так он и так начинал. Так и мы как-то шутили, пан прелат. А вот был историк, такой профессор Кантак. Он историю замечательно знал, да, но кроме того,
латинский, греческий и гебрайский. Ну вот это то ужас был. Гебрайский язык, это кроссворды надо было решать, как мы называли, потому что буквы, они не из этой земли, да. И вот его поговорка, да, Бог знает, все знает на печенку, профессор, но не каждый на четвёнку, да. Студент хороший на тройку, а обыкновенный то на двойку с плюсом, может быть, только такое, да. Я ведь кончал семинарии не классические, а гуманистические. Греки вообще не было. Только то, что в математике, альфа, бета, гамма, и больше я не знал. На первом докладе он вызвал мне к доске, прочитал одну фразу и говорит, переведите на греческий и напишите. Я что-то пару букв ему написал, я говорю, я уже кончил. Но у них общий смех, а профессор очки наложил, так посмотрел. Но да, ни одной буквы даже греческой нет. Мне на амбицию так сделали его слова, что я у этого же профессора сдал на четвёнку греческий и хебрайский. Но я уж и ночи сидел на этом. Это прямо амбиция у меня была такая. А у него на четвёнку, значит, это уж действительно. Я еще сегодня могу. Вот, Бешем, Гааб, Гаанур, Гаакодеш, Амен. Нет? По-гебрайски, да? Абину, Ашем, Башемай, Микадеш, Шамека, Табуга. Отче наш по-гебрайски. Ведь это 62 года тому назад, да? Настолько изучил это, да? Станислав Рыжко, один из семинаристов, документы которого сохранили архивы. Типичная судьба, типичные документы. Обязательства. Свидетельствую, что я вступаю в Пинскую духовную семинарию с целью подготовки к священнической жизни и пастырской работе, если мне позволит Бог стать священником в Пинской епархии. В случае добровольной смены семинарии я обязуюсь внести оплату за мое содержание и обучение, которые будут даны мне ксендзом ректором или от его имени. Каждый своим путем приходил в это учебное заведение. Разные люди по-разному ощутили они свое призвание. Но принимая сан священника в те годы, они обретали одинаковую судьбу гонимых мучеников. Его Эксцелленции ксендзу бискупу ординарии Пинской епархии заявление: «С покорностью полагая, что Господь Бог призывает меня к священничеству, убедительно прошу Вашу Эксцелленцию о посвящении меня в обязанности экзортистата и акалитата». Слушатель Станислав Рыжко. Он поступил в семинарию в 1929-м, после учебы был направлен в Новогрудок, с 1938-го в Пинске, где его арестовали в 1949 году. Превращение семинариста Станислава Рыжко в безымянного зэка. Скрещение святости и мученичества. Казимир Свёнтек поступил в семинарию позже Станислава Рыжко на 6 лет. Закончил ее в 1939 и был направлен в Пружаны. Зато осваивать гулаговские университеты он начал раньше своего брата в священничестве, с 1944-го. С 1939 по 1944 трижды менялась жизнь в этом крае, перемалывая судьбы людей. Сначала санационная Польша, затем присоединение к советской Белоруссии, потом война, немецкая оккупация. С 1939 по 1944 ксёндз Казимир Свёнтек
нес людям Слово Божье, выполняя свое пасторское служение, оставаясь верным своему призванию. Его арестовали в 1944 году. В преисподней лагерей, построенных для опровержения веры, веры в Бога и веры в человека, они победили, не изменив своему долгу и праву священника произносить слова, сказанные Иисусом Христом. «Примите, ядите, сие есть тело мое, пейте все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Даже под угрозой смерти не изменили они своему призванию. О чем думал ксёнц Казимир, возвращаясь из лагерей? О похороненных в вечной мерзлоте молодости и здоровья? Об униженном и разрушенном костеле? Об искалеченных душах людей, которых следует утешать и врачевать, наставлять на путь веры? Знал одно ксёнц: отдыхать не придется. Пока ксёнц Свёнтык осваивал строительное ремесло за полярным кругом, Пинский костел разрушался. Да что разрушался? Храмы исчезали с лица земли за ночь. Самый большой в Речи Посполитой до конца 18-го столетия Пинский и Иезуитский костел взорвали, и стоило это трудов немалых. Зато в результате площадь для парадов и памятник вождю мирового пролетариата. Наверное, власти решили, что два костела рядом, хоть и памятники старины, многовато. Или подумали, что францисканский сам развалится. Но у костела появился настоятель, а у верующих – пастырь. В запустении заброшенного костела новый ксёнц случайно обнаружил книгу, сборник документов, раскрывших ему древнюю историю костела. Прилежный монах Николай Кочановский по приказу начальства и во славу Господа составил в 1759 году генеральный реестр целого архива. В реестр вошло 450 документов, имеющих отношение к костелу и монастырю. Фундуши, привилеи и конфирмации, а также старые декреты. Фундуш на пергаменте с печатью на шнуре, висящий от самого первого фундатора, Пинскому францисканскому конвенту, его милостью Жигемонтом, князем Пинским, Стародубским и Туровским, еще при Василии, епископе Виленском, на костел, монастырь и цвинтар данны, которые для первой информации и сведения от слова до слова в тот реестр включен. 1396, на четвертый день после праздника Пятидесятницы, его милость Жигемонт, князь Пинский, Стародубский, Туровский, будучи его, то есть княжество, наследником и владельцем, для распространения веры католической после перемирия апостольского с согласия его милости ксенза Василия I, бискупа Виленского, ксензам францисканам с целью правильного устройства парафии и, избрав титул Благословенной Девы Марии, основал костел и монастырь, и для них же пожаловав фольварк Вышевичи со всеми существующими принадлежностями и с будущими пожертвованиями на вечные времена данные. Добровольно отказавшись чем-либо обладать, в течение XIII века они превратили христианство в нечто такое, чем оно никогда до того не было – в народную религию. Подобно своему учителю, святому Франциску, они шли по дорогам Европы, проповедовали в народе бедность и аскетизм, любовь к ближнему и ко всем созданиям Божьим.
В 1396 году от Рождества Христова пришли они на берег Сонной Пины и окрестили князя Сигизмунда Кейстутовича, начав историю Пинского монастыря. Деревянные постройки часто горели. 9 октября 1648 года костел и монастырь сгорели полностью в великом, как называет его хроника, пожаре городского восстания. В 1706 году шведы безжалостно сожгли и разорили город. И лишь через 6 лет, в 1712, то, что уцелело от стен XVI века, было включено в новую кладку, преобразившую вид костела, поднявшего кресты над сожженным и разграбленным краем. Состояние хозяйства, доставшегося в 1954 году новому настоятелю, могло повергнуть в растерянность и более стойкого человека. Но нужно было работать и искать помощников. Было время, он мог эвакуироваться в Польшу. А тут и советская власть подоспела. Уговорили не ехать. Не уехал. В Пинске с 1938 года. В войну потерял брата-партизана, который был ему вместо отца. Работал связистом. Профессия требовала терпения, смекалки и ответственности. Хорошим связистом был Иосиф Калиновский. Когда он вернулся, и тут и был еще один ксенц осужден с Логишина, то наш отсидел 10 лет от звонка до звонка. А тот Логишинский 7 лет сидел. Был осужден на 25 лет. Но после смерти Сталина пересматривали все документы, за что ты сидишь. Не знаю, за что сидишь. Он тоже интересные вещи рассказывал. Так тут и написано, что ты сидел за то и то, то и то. И ты подписал. А он говорит, а что бы вы на моем месте сделали? Если я больше года сидел днем на работу в лес, деревья болеть, а ночью 3-4 раза на допросы. И вот он рассказывал вот такой случай, что он одной ночи уже в камеру и ждет, его вызовут, и никто не вызывал. И он, бедняга, вздремнул, ему приснилось, кто со святых, Матерь Божия, что подпиши. На второй ночь он подходит, то что подпишешь, подпишу. О, давно бы так сделал, и сидел бы себе спокойно. Подписал, правда, и его больше не трогали. То он вернулся почти в одно время, этот Логишинский и ксен Свентек. И они между собой... Кто здесь останется, понимаешь, так? Тот Логишинский говорит, я поеду в Логишин. Ну, хорошо. Этот остался здесь, ксен Свентек. И по сегодняшний день он все время тут. Это я с ним познакомился еще. Да, в Ружанах был. То такое временное знакомство было. А уже постоянное... Когда он пришел из тюрьмы, это в 53-м году, кажется. В 53-м году. И все время теперь мы с ними. Бескорыстный и верный человек. Он был опорой своего ксенза. Отец Казимир доверял ему полностью. А это было главное в те времена. Важнее всего, пожалуй. И ксенз Казимир не сомневался, когда доверился Калиновскому. В 50-х годах. Деятели КГБ искали гроб епископа Лозинского, который был местом поклонения верующих. Опасаясь надругательства, ксенз Казимир решил спрятать останки. Вместе с Калиновским они перетащили гроб из подземелья в костел. По всему храму искали место и, наконец, спрятали в алтаре Богоматери Ружанцовой. А через несколько лет, решив, что в стене костела будет надежнее, снова, хоронясь от всех, замуровали гроб в заранее подготовленную нишу.
вот эту нишу, где гроб стоит, это моя работа. Там сплошная стена толщины 2 метра. Я там больше месяца долбал эту нишу. Выдолбал, похоронили его там, замазали все. Нету, нету и нету. И так отцепились. Он зажег эту свечу за год до своей смерти. Неутомимый, скромный трудяга, добрый человек. Упокой, Господи, его душу. Да, Калиновский все время был с нами. Ой, он был предан. Он так, это я, да и он, так, это были два. Два работники такие, что не исключены. Таких теперь нема работников. Я когда поступила на работу, так я день и ночь працевала. Я и дрова добывала, я выбирала, и когда костёл, у меня чистота, везде была чистота. У меня тротуар был зимою, снеги такие вот. А у меня тротуар чистенький, вот как все равно помытый. Да бывало, вообще удивлялись, что тут, казалось, ангелы работают. Она вышла замуж в 16 лет, и было у нее 7 детей. Старшей дочке 14, а младшему 1,5 годика. Жили люди, в Бога верили. За то, что поляки, за то, что верили, разорили их семью, забрали мужа и, наверное, убили где-то. За ней пришли через месяц. В чем стояла, босиком увели ее из дома от детей. Не сказали куда, а уводили в ссылку. Она все не понимала, думала, вот-вот отпустят к детям. А первый раз кардиналом, это я уже как встретила, еще как пошла на работу. Шустрый был такой, вообще был не такой, как теперь, а теперь еще у нас, слава Богу. Теперь кардинал наш еще, деньги могут еще, и он держится хорошо. А тогда что, тогда тоже, что ж, тогда же молодой, он собачки держал у себя, он советует их по войне, пойдя на проходку, где ходит, по лесу с ними, с этими собачками. Так вот, я на него. А потом, вот уже, когда на работу пошла, тяжелая ему была жизнь. Тяжелая жизнь. Всегда прозделывали, всегда, знаете, как это тяжело. Я всегда переживала за него, всегда. Бывало, и побегу, и он же сердцем крепко болел. Он совсем больный был. Бывало, сердце часто-часто хватало. То я, бывало, часто бегу, чтоб скорей помочь эту валетку принести. Пани Юзефа ненамного пережила Калиновского. Она умерла летом 2000 года. Одна из последних, кто хранил и смотрел костел в трудные годы. Годы были действительно трудные, но надо было восстанавливать костел. Памятник истории, культуры и искусства требовал работы специалистов. И Ксёнс Казимир понимал это, как никто другой. Он отвечал за сохранение святыни перед ушедшими и будущими поколениями, перед Богом и людьми, перед духовным своим отцом, слугой Божьим и епископом Сигизмундом Лазинским. Реставрация алтарей Пинского костела была первой и, пожалуй, единственной тогда выполненной с позволения властей. Реставрация в действующем храме казалась поблажкой верующим при всеобщем атеистическом гонении. Кажется, совсем недавно было. А с трудом верится сегодня, что о возрождении религии в 1980 году и помыслить в голову не приходило нормальному советскому гражданину.
Научная реставрация в те времена и в таком объеме кажется теперь чудом. И кто мог догадаться тогда, что озабоченный ремонтом костела ксёнц будущий первый кардинал в истории Беларуси? Поле деятельности расширилось. Оказалось вдруг, что Пинский кафедральный костел всего лишь один из костелов на Беларуси. И все они требуют не меньшей заботы. И начал он с главного костела, Минской кафедры, на долгие годы превращенной большевиками в дом физкультуры. Утративший первоначальный облик храм, который помнил епископа Лозинского, следовало вернуть верующим в первозданном виде. Новая задача, новые условия, новый масштаб, но те же неиссякаемая энергия и сила духа. Костел! Звиченжа. Костел побеждает. Костел одразаще. Костел возрождается. Костел взмацняще. Костел крепнет. Как же я обрадован, что сегодня я мог это рукоположение осуществить именно в этом соборе, с которого уже сняты леса, и открылась его внутренняя красота. С посадском спалял. Правда, еще многое надо сделать. Это знак. Но это знак, заметный знак того, что наша вера побеждает. И эта катедра именно символ, как особенный знак католической веры на Беларуси. И поэтому эти усилия, и поэтому это старание, чтобы ее воссоздать такой, какой она была, и такой она уже становится, и такой она будет. Минский архиекафедральный костел Пресвятой Девы Марии был торжественно реконсекрирован 21 октября 1997 года. Семинария, основанная епископом Лозинским, носила имя Фомы Аквинского и располагалась в монастырских постройках, древняя часть которых относится к началу 18 столетия. В годы советской власти помещение оказалось подходящим для дома офицеров и штаба военно-морской учебной части. Империя в одночасье распалась, моряки исчезли, будто их не было вовсе. Осталась мерзость запустения, что бросили после себя временные хозяева. Восстановление памятника истории и архитектуры стало делом высокопрофессиональных польских специалистов, приглашенных кардиналом. Te sklepienia, te łuki, te lampy, żeby zapewniały im jakiś wewnętrzny spokój, bo proszę zwrócić uwagę, że tu się będą uczyć młodzi ludzie, którzy potem wyjdą z naukami do wiernych, do chrześcijan. I oni powinni mieć wewnętrzny w ogóle po pierwsze spokój, po drugie wewnętrzne przekonanie, a po trzecie ta architektura powinna ich nauczyć tego, żeby oni uświadamiali, tam, gdzie się kiedyś znajdą w pracy, uświadamiali wiernych o tym, że o starą architekturę, stare obiekty, które budowali nasi przodkowie, trzeba się po prostu troszczyć, bo one świadczą o kulturze, o historii i o przynależności do tego narodu. Возрождение семинарии своей юности для кардинала не попытка дважды войти в одну реку. Как чуткий часовщик,
Настраивает он ход времени, восстанавливает связь поколений, возвращает дух семинарии епископа Лозинского. Зайдем, хотим посмотреть, что здесь такие вещи. Вот так что-то такого типа, только меньше. Вот видите, это есть филенка, и просто дать на нее такую кладочку. Ну, кардинальское ли это занятие? Филенки, двери, вешалки. Конца нет мелочам, когда стройка идет к завершению. Суть не в мелочах. Можно понять человека, который вернулся в дом своей юности после столь долгого отсутствия. Вот здесь столик стоял. И здесь я жил. А это зато, ваша комната? Зато у меня вид какой хороший был. Здесь и там на пину. Вот это мое место здесь. Но мы постараемся, чтобы жизнь вот это, я уж буду стараться, чтобы было в стиле и в характере такой, как было в духе епископа Сигизмунда Лозинского. Много астетики, много нетребований таких материальных, чтобы подготовить. Они же пойдут на работу куда? В колхозы. Пойдут в села, малые местечка и так дальше, где придется, как говорится, за стадолу идти. Надо их прямо убеждать, говорить, видите, здесь эти условия, чтобы вы могли учиться, чтобы вам ничто не мешало. Но подготовляете жизни, не будете жить вот в этих условиях, какие здесь. Чтобы не потерять такого реального, чтобы не перевернуло им в голове, что так всю жизнь будет. Поэтому у меня даже первая мысль, что может не делать здесь комфорта и так дальше. Но все вокруг говорили, нет, кардинал, уже 21 век. Ну, пусть будет 21. Мы распочнем наши экзамены с молитвы, каб добрый Бог допомог каждому своим светлом. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Они ощутили призыв Бога и ответили на него обязательством служить Ему в течение всей жизни. Смогут ли? Окажутся ли достойными тех, кто смотрит на них со старой фотографии? В сегодняшней жизни, когда иной раз невольно подумаешь, а не наступил ли уже день страшного суда, мы двигаемся в неведомое, полное трагических вызовов человечеству. Они, будущие пастыри, должны научиться будить в людях веру, противостоять разлагающей человеческую суть бездуховности. Это был знаменательный день в жизни Гостёла на Беларуси. Наша вера.
Вот так. В этот день прозвучало приветственное слово святого отца Иоанна Павла II. В этот день звучали поздравления светских властей. Это уже не просто ксензы. Это преподаватели возрожденной семинарии. Это не просто студенты. Это алюмны высшей духовной семинарии имени святого Фомы Аквинского. В этот день звучали поздравления высших иерархов костела. Бог дозволил мне открыть две семинарии у Гродни и Санкт-Петербургу. И я добро ведаю, якая это радость для біскупа, якая это радость для верников и для всего костела. У сегодняшнем выпадку эта радость еще больше, бо эта семинария междецезиальная, и эта семинария, якую ты закончил, у якой ты был подрихтованный и выхованный так, что здолел пройти през усе тяжкости, завсёды застающийся верным своему святарскому покликанню. И вы, молодые алюмны, маете, как найлепший приклад вашего бискупа. В этот день они не могли не поклониться основателю и покровителю семинарии, не могли не помолиться перед его гробом. Слуга Божий, біскуп Зигмунд Лозинський, наведуючи тебе при этом гробе, где ты спочиваешь, выказываем великую удячность за створение в 1925 году высшей духовной семинарии у Пинску. Сегодня докладываем тебе, что после вымушенного 62-годового перепынку эта семинария обновляется как междецезиальная высшая духовная семинария имя святого Томаша Аквинского у Пинску. Біскупе Зигмунд Лозинський, возьми эту обновленную твою семинарию у свое духовное керівництво и отцовскую опеку, как бы она стала кузницей шматликих и святых святаров. Thank you.
Отшумело официальное торжество, гости разъехались, разошлись. Начиналась переполненная молитвой и учебой жизнь истинных хозяев этого дома. Розшчасливленого, дзвони тільки щасливого. І плачанцего. Бечанцего, з радості. Капіці. Ну, хіба як у місцем на Ченчі Саганом по 62 лати знову. І монограм так же. Але ж пан Єжиш. Але ж пан Єжиш вже знову ж на своє місце вивчив. По 62 лати. Як то не плакати? Ну, бачите. Я ще не встиг за тих. Я радше хотів, щоб папіч бачив, як кандидат плаче. Це я бачу. Вчення, хто то зашучив, не зашучив, як то. У мене за столом вчора, я ще прийшли домой, не зашучив, а так, говорить. Ну от, говорить, в апрелі місяця кончав семінарія, а в сентябрі начинает наново это семинарие. Я говорю, ну были маленькие каникулы, да, между апрелем и сентябрем. Апрель был 39-й, а сентябрь 91-й. Вообще это такое так смешно, мы вообще рассмеялись. Но были каникулы, только не летние. Оговорился кардинал. За окном сентябрь 2001 года. И неудивительно, что оговорился. Мы все еще слабо осознаем, что живем уже в третьем тысячелетии от Рождества Христова. А если маленькие каникулы растягиваются на 62 года, не мудрено ошибиться. Господи, не дай мне стремиться к тому, чтобы я был утешен, но чтобы я утешал, чтобы не я был понят, но чтобы я понимал, чтобы не я был любим, но чтобы я любил. Ведь кто дает, тот и получает, кто сам забывает, тот и находит, кто прощает, тот и сам будет прощен, кто сам в себе умирает, тот пробуждается для жизни вечной. Thank you.
будто пролетело, прошелестело, помня о смерти, мементо мори, оставив пронзительное, невыразимое словами чувство тревоги. Шторки фотокамеры раскрылись, пропустили свет и захлопнулись, консервируя в непроницаемой тьме мгновение, образ безвозвратно ушедшего времени. Призваны не потому, что святы, но святы, потому что призваны. Говорим мы о них словами святого Августина. Образы из прошлого, а думаем о сегодняшнем, чтобы найти путь в будущее. Этой лентой завершается документальная трилогия, которой авторы относят фильмы «Матер Мизерикордия» и «Возвращение», и в которой пытались отразить отдельные страницы возрождения костела на Беларуси. События, ставшие уже историей, неразрывно связаны с выдающейся личностью первого белорусского кардинала Казимира Свёнтка. Мы счастливы, что на протяжении ряда лет наблюдали деятельность этого замечательного человека и в силу своих возможностей пытались рассказать о ней.